2015 году количество ВИЧ-инфицированных в России превысило 1 миллион человек. Случаи заражения зарегистрированы в каждом субъекте страны. В течение 10 лет угроза может превратиться в эпидемию и настоящую трагедию для страны. Приостановить распространение опасного вируса и рассказать людям о простых мерах профилактики страшного заболевания – все это цель всероссийской акции «Стоп ВИЧ СПИД». Победить ВИЧ нельзя, но можно объединить усилия органов власти и общественных организаций, чтобы больше людей узнали о заболевании и смогли вовремя предотвратить его появление. На это и направлена акция «Стоп ВИЧ СПИД». Совместными усилиями у стадиона «Казань-Арена» был установлен специальный павильон, где в течение 3 дней любой желающий сможет бесплатно пройти экспресс-тест на ВИЧ. Это социальная часть казанского марафона. Слоган «Проверь себя» в данном случае имеет двойное значение. Проверь себя на дистанции и проверь себя на ВИЧ. Своим примером вдохновил министр по делам молодежи и спорту республики Владимир Леонов. Я как министр молодежи и спорта призываю всю нашу молодежь пройти тест. Это очень быстро, вот я прошел его, это буквально 3-4 минуты. Это совершенно нормально, сегодня мы живем в современном мире, так что всех призываю просто провериться, промониторить себя, узнать свой статус и бежать вперед. Социальную инициативу по популяризации ВИЧ-тестирования поддержал популярный музыкант и рэп-исполнитель Василий Баста-Вакуленко. Он не только сдал тест, но и успел пообщаться со своими фанатами. Баста уверен, что его цель – донести до общества, что мы должны еще больше разговаривать о таких закрытых темах. Я делаю тест раз в год обязательно. Да? Хочется, чтобы все люди, которые думают об этом, боятся этого, шли навстречу своим страхам и освобождались и помогали людям больным своим спокойным отношением и сами заботились о своем здоровье. Процедура действительно очень простая. Экспресс-тест на антитела к ВИЧ выявляет наличие инфекции по слюне. Результаты можно узнать уже через 20 минут. Достоверность этого экспресс-теста 99-98%. Поэтому, если какие-то есть подозрения, можно прийти всегда на Вишневского и обследоваться, даже анонимно, это каждый день. Процедура совершенно анонимная, а, как известно, обнаружение вируса на ранней стадии помогает провести своевременную терапию и предотвратить дальнейшее распространение. Однако главной мерой борьбы с заболеванием по-прежнему является его профилактика. Как я уже сказал, это половой акт, надо со средствами защиты заниматься. Это необходимо, если делают татуировку даже, например, кто-то. Это должны быть одноразовые иглы. Бритвами надо, электробритвами, еще своими только пользоваться. А нужно не бояться, что этого не произойдет заражение, если мы просто рукопожатие, обнимание, чихание в транспорте. Этого не произойдет, страха не должно быть. Нам очень важно освещать и информировать общественность о том, что нужно регулярно проходить тест на ВИЧ. На сегодняшний день такие подобные мероприятия как раз и привлекают наше население, и они идут охотно на прохождение теста на ВИЧ. Продолжением акции станет открытый студенческий форум, посвященный Всемирному дню памяти жертв СПИДа, который пройдет в КФУ, и Казанский марафон 2016. Диана Авакян, Ленардо Влетьяров, Универньюз.